Подъем в 8 утра. Зарядка и водные процедуры по такому режиму 10 дней жили участники форума «Утро-2013», который завершился на днях под Екатеринбургом. Эмоции участников на высшем уровне. И главное то, что если кто-то и не получил заветный грант в лагере, то он получил новый опыт и новые знакомства. Подробнее наша коллега Карина Закирьянова. Сказал, что утро добрым не бывает. На форуме уральской молодежи каждый день начинается с позитива. Подъем в 8 утра и сразу водные процедуры. Нет ни в пышме. В лагере есть душевые кабины и много-много умывальников. Горячей водой, правда, не балуют. Ну, она такая теплая бывает, как бы горячая вообще очень редко. Приходится перебадривать себя, это, как сказать, силу воли, включать морально-волевые качества. Вот сейчас только что видел парень. Вот, и помыл голову, переборол себя, и все, и вот голову помыл. Да заодно и закалился. Теперь самое то пойти на зарядку, разогреться, да заодно окончательно проснуться. Прошайте все свои дела! Ревелости просим на нашу утреннюю зарядку! А дальше по расписанию завтрак и много-много лекций, мастер-классов. Ребятам здесь точно есть чему поучиться. И даже если кто-то не получит заветный грант в лагере, он найдет кучу новых друзей. Кстати, вот тут происходят все знакомства. Нет, это не лобное место. Здесь заряжают телефоны, планшеты. Это живое общение, это не контакт вот этот вот, который там, да, сидит там, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это вот приятное общение с Екатериной. Вот только познакомились, да, пришли посидеть, зарядиться. А сколько пар образовалось у костра, статистику никто, конечно, не вел. Зато участники могут сказать точно, что песня «Батарейка» здесь звучала не менее 100 000 раз. Текст выучил даже тот, кто просто подошел к огню перекусить. Яблоко пожарил на костре? Да, почему бы и нет. И как, вкусно? Вкусно. А, не видно. Очень вкусно, да и сосиски на костре отличные. Греться здесь тоже хорошо. Кто же знал, что в середине июля будет холодно, как в октябре? Но это же уральская молодежь. Спать на природе, в палатке для них расплюнуть. Ну, эта палатка рассчитана, насколько я знаю, на 10 человек, но живет нас всего 8. Получается, 4 здесь и 4 там. Очень удобно. На самом деле не холодно, потому что у нас есть пенки и есть новые спальники. Вот, очень классно. То есть даже расстегиваемся ночью. Утром молодежный форум закончился, 10 дней пролетели как один. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Сибинформбюро.